У сотрудниц фекальной станции Катав Ивановска, которые пожаловались на невыносимые условия труда, забрали диван. Так считают общественники, им якобы отомстило руководство после того, как они пожаловались на опасные условия труда. Мы хотим вот потребовать все-таки, чтобы нам сделали ремонт здесь, потому что в безобразном состоянии здания. По словам женщин, в помещении уже много лет не было ремонта. Из-за старой крыши вода заливает пол, когда идут сильные ливни. Но страшнее всего не это, а то, что вода попадает на розетки, и сотрудникам приходится надевать на них самодельные чехлы из пластиковых бутылок. Женщины каждый день рискуют своей жизнью. Подходишь к насосу, на голову стакатывает. А здесь 380 вольт. Общественники уже обратились в прокуратуру Челябинской области с просьбой провести проверку. И вот женщины сообщили, что руководство на станции начало ремонт, только оставило их без дивана.